Промышленные интеграторы – основной поставщик в области проектирования и строительства оборудования и производственных линий, начиная с 1918 года, БКАР в настоящее время является признанным партнером ведущих промышленных и научных предприятий. Мы разрабатываем проекты под ключ от разработки модульной установки процесса до комплектных заводов. Наша цель – мобилизация наших возможностей во Франции и во всем мире для разработки ваших производственных мощностей для вашего предприятия и обеспечения их работы на протяжении всего эксплуатационного цикла. Руководствуясь общепринятыми ценностями и собственными твердыми обязательствами, БКАР демонстрирует высокую оперативность. Экспертиза, интеграция специалистов, международный масштаб организации, высокая эффективность управления проектами и наш опыт – вот наши преимущества, позволяющие нам сопровождать наши проекты по всему миру. 3400 сотрудников нашего семейного предприятия, работающих в наших 55 подразделениях, объединены одной целью – способствовать успеху ваших проектов. Имея 4 специализированных подразделения, мы располагаем бригадами специалистов, работающими в отраслях деятельности наших клиентов. Подразделение Food Pharma располагает производственными цехами и бригадами проектировщиков на всех континентах. Благодаря собственным заводам по производству емкостей и сборочным цехам, а также тщательному отбору партнеров на местах, мы усиливаем интеграцию ваших проектов по всему миру. В рамках деятельности подразделения Food & Pharma его отделение питания и напитки удовлетворяет потребности производителей всех видов молочных продуктов, молока, йогурта, сыра и мороженого. В области производства переработанных пищевых продуктов, десертов, готовых блюд, супов, а также детского питания, овощного пюре и фруктового компота. В области производства напитков, соков, энергетических и алкогольных напитков и, конечно, пивоварения со всемирно известным специалистом Мюра. Все промышленные специальности по всему миру на одном предприятии. Мы предлагаем эффективные решения для проектирования и строительства ваших объектов сегодня и завтра. Мы проектируем, производим оборудование и производственные линии под заказ, предназначенные для производства жидких, полужидких и пастообразных продуктов с добавлением или без добавления ингредиентов любого рода, жидкостей, порошков или цельных фрагментов. От получения сырья до подачи к расфасовочно-упаковочным машинам БКАР предлагает оптимальное решение для всех этапов ваших производственных процессов. Резервуары системы перемешивания разработаны для нужд пользователя, фильтрации, сепарации и добавления порошков, дегазации, пастеризации и стерилизации, дозировки приготовления смеси в периодическом и непрерывном производстве и для всех сфер применения высокопроизводительных и инновационных решений, для безразборной мойки, не говоря уже об оптимизации энергопотребления производственных линий. Идет ли речь о модификации вашего оборудования или о строительстве нового завода, мы предоставляем глобальные услуги в соответствии с требованиями и жесткими рабочими графиками наших клиентов, признающих нашу способность держать свои обязательства по производительности, качеству и срокам исполнения. Time to market является ключевой позицией в рыночном состязании. Менеджер проекта осуществляет координацию всего проекта. Его окружает команда специалистов в области пищевой промышленности, приборного оборудования и систем управления. Также учитывается прочность здания и целесообразность, а также продовольственная безопасность и безопасность персонала. Наши инженеры и технические специалисты разрабатывают наиболее адаптированные решения, реализуемые при помощи SAPR. Изготовление модели или макета в формате 3D облегчает ведение переговоров и позволяет обсудить с заказчиком все детали проекта. Для постоянного повышения эффективности работы технического обслуживания ваших цехов просмотр в динамике 3D-проекций существенно увеличит эргономичность и безопасность нового оборудования. В наших цехах
оснащенных нашим современным оборудованием, мы осуществляем механическую сборку модулей, их подсоединение и тестирование перед установкой на месте. Данный метод способствует существенному расширению возможностей интеграции и пуска оборудования в эксплуатацию. Компания ССС, филиал Бакар, специализируется на производстве резервуаров для пищевой промышленности и напитков. Резервуары из нержавеющей стали, а также системы встряхивания, смешивания, разработанные и изготовленные в специальном цехе. Специальная технология и запатентованный метод сварки позволяет нам изготавливать на месте резервуары большой емкости до 800 кубических метров молочной промышленности и более 10 тысяч кубических метров для других нужд. Так как интеграция на месте и ввод в эксплуатацию осуществляется нашими собственными бригадами опытных профессионалов, мы принимаем на себя обязательства по обеспечению наилучших сроков запуска вашего оборудования. Более 50 специалистов Бакар по автоматизации производственных процессов разрабатывают эффективные решения, снабженные технической документацией и простые в обслуживании. Являясь экспертами в разработке стандартных рыночных решений, мы предоставляем сетевые структуры и протоколы обмена, соответствующие действующим нормативам. Для обеспечения надежности функционирования выбор составляющих и их запуск производства соответствует требованиям пищевой промышленности. Мы обучаем ваших операторов производства и ваших технических специалистов по стандартной схеме, либо обучение может быть адаптировано к вашим сотрудникам. Вы можете получить в собственность и вновь использовать для нужд вашей компании нашу техническую документацию, чертежи, электрические схемы и программы, а также предоставленные вам учебные пособия. Отслеживание и постоянное улучшение промышленных показателей становится единым целым благодаря Track Advance. Мы предоставляем вам модульное программное обеспечение отслеживания, разработанное Бакар. Вы можете устанавливать его в ваших уже существующих или будущих цехах для осуществления контроля всего процесса производства и безразборной мойки, от получения сырья до расфасовки. Это детальная и непрерывная съемка вашего завода в реальном времени, привязанная к встроенным функциям Track Advance, гарантирует высокоточный контроль функционирования завода. И, наконец, диагностика и дистанционная техническая поддержка являются, безусловно, важными услугами, которые мы оказываем изо дня в день вот уже более 20 лет. Наша компетентность и наш опыт работы в пищевой промышленности сделали нас крупнейшим поставщиком оборудования для производства ультрасвежей молочной продукции и связанных с этим технологий. Признанием в качестве такового явилась установка производственных процессов для завода Шабани в США, что стало символом применения этого опыта. Этот незаурядный по своим размерам и скорости производства завод позволил нам продемонстрировать все наше ноу-хау. Шабани является производителем греческих йогуртов, ставших в 2013 году маркой номер один в США. В ответ на растущий спрос, Шабани начали строительство гигантского завода в 93 тысячи квадратных метров в зеленой зоне площадью 81 гектар. Мы наладили все линии производственных процессов от приемки молока до подачи на упаковочные машины. Они включают необходимые инструменты для пастеризации, ферментации, охлаждения, внесения порошка, приготовления замеса и безразборной мойки в соответствии с местными правилами и особенностями продукта. Бакар разработал и поставил для Шабани 230 функциональных модулей и 12 резервуаров по 800 кубических метров, осуществил установку на месте, полную автоматизацию завода и его ввод в эксплуатацию, и все это в инновационном контексте самых современных технологий. Инновации необходимы в обслуживании наших клиентов, поэтому для проекта Шабани нами были разработаны новые методы реализации и управления проектами для достижения цели за невиданно короткие сроки. Мы также разработали новый инструмент оптимизации результативности производственных линий. Бакар удовлетворил пожелания Шабани и выполнил проект под ключ менее чем за год, что способствовало мировому признанию этого уникального проекта, объявленного лучшим заводом года. A company called Bocar Life Science, and they are our process partner. Just an unbelievable team. Мы собрали команду экспертов из нашего научно-инновационного центра во Франции и наших американских бригад. Методы управления проектом Design Build позволяли сократить общую продолжительность столь крупного проекта при оптимизации производительности оборудования. От тендера до получения этого проекта нами контролировался каждый шаг, который затем согласовывался с заказчиком в соответствии с нашими строгими внутренними правилами, необходимыми для обеспечения требуемого уровня качества исполнения. Шабани смог таким образом достичь своей амбициозной цели по запуску продукта и насыщению крупной торговой сети.
Если вы являетесь мировым лидером в вашем секторе или участником внутреннего рынка, вы ищете промышленного интегратора для модернизации вашего предприятия, улучшения производственной мощности или производства вашего будущего оборудования, посоветуйтесь с нами. Мы внимательно выслушаем все ваши пожелания, чтобы помочь вам в реализации ваших проектов, и вы сможете быть уверены, что получите единственно верное, инновационное и отвечающее вашим потребностям решение. Thank you.